Копия. В третий раз идет кушать. Постоянно собаки здесь ходят. Людей куда-то водят туда-сюда. Надеюсь, больше не будет собак. Солнышко. Мне тут интересно. Она у нас беременная, белочка. А у беременных странные вкусы. Солнце. Ну-ка, смотри, какая вкуснятина. Не, говорит, не буду такое. Спасибо, говорит, конечно, но не надо. Надо положить и орешков. Положу тебе орешков сюда. Копия. Гладится ягод не дает. Ты, говорит, руки-то убери. Не, какая она хорошенькая, она толстенькая. Ну, беременная, да. Это без вариантов. Пузико видно, да? Что-то я на копию не посмотрел. Копии вроде нет. Опять собака сюда идет. Что ж такое-то? Вон там она сзади. Сюда она решила пойти, да? А ей интересно посмотреть, женщина эта, на белочек. Я сейчас рукой махнул, чтобы дальше шла. Белочку мне не нервировала. Белка следит за собакой. Возможно, белки такие нервные, потому что уж больно много собак стало в парке. Это как один из вариантов. Да, она какие-то звуки издает, белка. Не знаю, наверное, будет не слышно. Ты чего, нервничаешь, что ли, солнце? Нервничаю, говорит, да. Ты чего, солнце? Ты чего такая? Нервная такая. А вон еще одна собака идет сюда. Ну что ж такое-то? Похоже, без поводка она. Да, поводок сняли. Взяла орешек, но нервы не выдержали у белочки, конечно. Солнце. Все. Вон собака идет. Ворона пакет нашла там.
А пакет, кстати, лежал в урне вот этой. Вытащили они из урны. И сейчас она его вскроет 100%. Здесь будет, здесь только мусоратник все время, от ворон. Вытаскивают весь мусор. Неудобно я сижу. И полетели, говорит, полетели с пакетом куда-нибудь. Сейчас и другая ворона поможет. Сижу крайне неудобно, поэтому камера дергается. Они его весь пакет этот распотрошат. У них хватит и терпения, и сил на это. Еще одна пришла. Что-то говорит, у вас там вкусное, наверное. Какая-то главная явно. Ну все.